маленький обзор нашего номера. Вот такие вот браслеты. Они электронные. Подносишь к двери замочку. Загорается зеленая лампочка и открываешь. Входишь. Номер у нас 5-й этаж. Все как обычно. Туалет. Умывальники. Зеркало запотело, потому что я открыл балкон. Целую ночь спали под кондиционером. А сейчас открыл балкон, чтобы тепло зашло. Поэтому стекла и зеркала запотели все. Здесь душевая. Очень классная. Широкая. Шампуни, кондиционеры, гели. Все есть. Каждый день ложат, меняют, номер убирают каждый день. Куча полотенец, фен, сушка, плойка, все включено. Здесь гардероб для одежи, для обуви. Здесь мужской отдел. Есть сейф. Есть комоды. Здесь все предусмотрено. Ванная, туалет. Все закрывается. Слайс-дор. Все запотело. Жара пошла на улице. Сейчас утречко. И уже почти 28 градусов жары. 7 утра. Моя красавица еще спит. Вчера подпеклись на солнышке. Покраснела. Такая вот картина. Вентилятор. Дорогая, ты еще спишь? Мурлыкаешь? Телевизор. Здесь тоже от тумбочки посидеть можно. Большой телевизор. Опять же, лампа, зеркало. Все запотело. Нам уже второй раз приносят вот такой тортик. У нас anniversary. Шампанское. Здесь кофе. Джакузи. Столик, где можно посидеть. И вид с номера. Вот такой вот на джунгли и на другой корпус. И большой мексиканский флаг. А вот там вот дальше, видите, в линию выстроился вот этот вот резорт, в котором мы были в прошлом году. Каталония Роял Тулум. Вот как-то так. Вот вот такой вот коридор. И по обе стороны находятся номера. Вот видите. В эту сторону номера. И на эту сторону номера.
Также здесь есть айс-машинка. Ну, машина, которая делает лед. Ты можешь прийти, набрать. Также есть специальные комнаты, где ты можешь переодеться, погладиться, переобуться. Туда все, что нужно сделать. Также можно обувь почистить. Машинка стоит. Помыть, почистить, отполировать туфли. Вот это вид на море. Вот с вот этой стороны вид на джунгли. И эти номера находятся с видом на джунгли, которые нам дали вот первый день. А сегодня мы перейдем в другой номер, который вот будет с видом уже вот сюда, на море, на пляж, на бассейн. А вот тут здесь вот сзади нашего резорта, в котором мы сейчас остановились. И вон туда, если посмотреть сквозь окошко, вот это резорт, в котором мы были в прошлом году, Каталония Роял Тулум. Между ними вот здесь вот такое тоже джунгли и старый заброшенный резорт, который, походу, я так понял, умер уже. Остались только разрушенные бассейны, дома. Вот, как вы видите, корпусы без крыши, без ничего. Короче, здесь, как нам рассказывали, мы когда были вот уже в Каталонии отдыхали, нам рассказывали, что приблизительно где-то 3 года назад, 3,5, здесь сильный шторм, ураган был, прошел. И все вот это было, повалило, разрушило. И так этот резорт остался заброшенный. Хозяин этого резорта не нашел, наверное, денег, чтобы его восстанавливать. И вот этот резорт, это место, этот участок стоит вот уже 3-й год на продаже. Может, кто-то купит и что-то здесь новое уже построит. Но пока что вот так вот стоит, разрушено все. Жутко на это смотреть, конечно, но такова она жизнь. Вот там вот находится бухта. Вот если смотреть вот так вот, вот это и пляж, на котором мы были в прошлом году. А вот это вот наш резорт Каталония Роял Тулум, в котором мы отдыхали год назад. И там где-то вот в конце вот этой бухты, вот здесь вот, где-то есть огородик, который Алла моя садила. Она там посадила более 10 пальм, кустов, вот этих разных цветков. Поливали, ходили мы 10 дней. Я показывал вам в одном из своих роликов в прошлом году, как они уже проросли, когда мы уезжали. А потом приезжал наш друг Саша с женой сюда отдыхать уже где-то через полгода. И мы его попросили, чтобы он сходил туда и пофотографировал эти кустики, эти пальмы. Они уже так проросли были. Мы вчера пытались туда пройти, вот здесь вот по набережной этого старого заброшенного резорта, но там невозможно пройти, нужно обходить, по дороге ехать. Но я думаю, что мы сегодня, может, завтра попадем туда.
Ну а сейчас такой краткий обзор нашего резорта с 5-го этажа с видом полностью на весь корпус, как то говорится, и на море. Вчера я вечером снимал здесь ночной его вид, а сейчас вот дневной. Вот это полностью наш корпус. Бассейны, пляж и выход уже к океану. Наш номер вот тут здесь вот где-то находится, на 5-м этаже. Вот это вот один бар, там вот второй бар, там вот третий бар и туда вот 4-й бар. Центральный вход и рестораны. Вот здесь вот находится буфет, где мы ужинали, обедали на 2-м, на 3-м этаже. Там дискотека, потом там ночной бар. Короче, вот как-то так. А вот, вот там вот, где вы видите вот вышку, это парк Экскарет. Там культурный центр развлечения. Видите, пляж еще пустой. Люди спят еще. Но рабочие уже убирают, чистят водоросли, потому что сейчас как раз сезон водорослей, и ветер приносит их к берегу из залива. Ну, люди уже проснулись, пошли кто на пляж, кто кофе попить в бар, кто на завтрак. Еще рано, завтрак открывается в 8:30 утра, буфеты. А в баре кофе можно уже с 7 утра заказать попить. Вот как-то так.